каждой администрации регионального субъекта на каждом форуме выложим правду про тот митинг, который был сегодня в Москве. Сделаем! Молодцы! Я хочу сказать, что мы в этом не одиноки. Сейчас наши товарищи по всем регионам Российской Федерации проводят такие же митинги. Сегодня их прошло около 100, и они еще продолжают. То есть нас в России далеко не только 50 тысяч, которые собрались здесь. Нас в России около миллиона человек, которые вышли сегодня на площадь. И это большая победа. Российский же как. Наша победа. Наш товарищ, соратник Сергей Удальцов. У него вчера истек срок ареста, когда его трусливо арестовали, когда он шел 4 числа на митинг. Его арестовали вчера, этот срок истек. Его держали в сутки в Боткинской больнице.